Компания «Холдинг», с которой мы сотрудничаем, называется «Greenleaf», что в переводе означает «зеленый лист». В этом видео вы узнаете историю компании «Greenleaf», оцените масштабы компании, а главное, увидите свои перспективы на будущее. Холдинг «Greenleaf» был основан в 1998 году и до 2016 года работал только на внутреннем рынке Китая. На сегодняшний день это современное предприятие, которое отвечает за исследования, разработку технологий, производство, международное сотрудничество, продвижение бренда и маркетинг. За 20 лет своего развития компания превратилась в технологического лидера биохимической промышленности Китая. Компания «Greenleaf» сотрудничает с мировыми гигантами в области косметологии, такими как «Интеркос» Италия, «CeraVe Group» Швейцария, которые разрабатывают и производят косметику для таких мировых брендов, как «Dior», «Estée Lauder», «Mary Kay» и многих других компаний. В 2016 году компания «Greenleaf» официально получила лицензию от Министерства торговли КНР на прямые продажи и приняла решение об экспансии своего бизнеса по всему миру. За короткий период были открыты страны Средней Азии – Вьетнам, Корея, Малайзия, Африка, Австралия. И в 2018 году компания официально зашла на территорию Евразийского экономического союза и официально зарегистрировалась в России как ООО «Зеленый лист». Предстарт компании «Greenleaf» начался в России в феврале 2018 года. А торжественное официальное открытие компании состоялось в Москве 29 июня 2019 года, на котором присутствовало уже более 1000 дистрибьюторов с разных городов России, Латвии и Германии. Всего за полгода предстарта компании было открыто более 50 сервисных центров «Greenleaf» в разных городах России, а также в Казахстане и Латвии. В чем секрет такого стремительного роста? Дело в том, что компания «Greenleaf» – это компания нового формата, которая объединила несовместимое – традиционный линейный бизнес, сетевой маркетинг и франчайзинг. Эти три составляющие позволяют каждому партнеру компании «Greenleaf» выбрать тот вид сотрудничества, который ему интересен. При этом, независимо от выбранного вида сотрудничества, каждый партнер имеет одинаковые привилегии от компании. Покупка франшизы компании дает каждому партнеру бизнес-место в системе, которое объединяет всех партнеров на общей платформе. Широкая линейка продукции премиум-качества, более 4000 товаров повседневного спроса по ценам производителя, что позволяет партнерам компании «Greenleaf» устанавливать наценку на продукцию от 50 до 300% и зарабатывать хорошие деньги на продажах, не ущемляя интересов обычного потребителя, так как цена для потребителя остается более чем приемлемой, как в обычном масс-маркете. Компания «Greenleaf» является производителем, а не перекупщиком. Именно поэтому мы имеем более чем доступные для российского рынка цены. Сотрудничество по таким ценам может позволить себе только производитель. Производство компании «Greenleaf» находится в индустриальном парке Сюйшугуан города Суджоу с общим объемом инвестиций 450 миллионов юаней, площадью в 72 гектара, а это более 13 километров протяженностью. Это комплексная база биокосметической промышленности с общей проектной мощностью 80 тысяч тонн продукции в год. Все производство компании «Greenleaf» прошло сертификацию и соответствует мировым стандартам качества. А также компания имеет 5 научно-исследовательских центров, 5 крупных производственных баз в Суджоу, Шанхае и Швейцарии. Это гигантская корпорация с государственной поддержкой Китая.
Компания Greenleaf представляет 8 серий продукции. Высококачественная косметика, серия эксклюзивных товаров, предметы личной гигиены, экопродукты для дома, обогащенные продукты питания, французское вино, одежда для дома, белье и аксессуары, ювелирные украшения. Благодаря широчайшему выбору товаров повседневного спроса премиум-класса по очень доступным ценам и уникальной маркетинговой концепции, позволяющей строить высокодоходный бизнес как по модели линейного бизнеса, так и по модели сетевого бизнеса, компании Greenleaf удалось за очень короткий срок занять ведущие позиции в мире по товарообороту. Всего за 2,5 года своей работы в сфере прямых продаж компания Greenleaf вышла в топ-100 лучших MLM-компаний всего мира и заняла 70-е место. Друзья, в России все только начинается. Когда на рынок выходит новая MLM-компания, есть всего 1-2 года для того, чтобы попасть в 1% людей, кто будет зарабатывать от 100 тысяч долларов в месяц. Оглянитесь вокруг. Нас со всех сторон окружают сетевые магазины, сети салонов, сети гипермаркетов. Владельцы этих сетей зарабатывают очень большие деньги, имея процент от наших покупок. Так почему же не создать свою собственную сеть, которая позволит нам получать процент от товарооборота, созданного нашей сетью? На сегодняшний день компания Greenleaf предоставляет нам такую возможность. Выход на рынок такой мощной компании, как Greenleaf, является четким признаком успеха. Это шанс начать свой успешный бизнес. Такой шанс может повториться лет через 50. Нам с вами очень повезло. Здесь и сейчас у каждого есть возможность сотрудничества в этом мощном проекте. Приняв решение начать свой бизнес, вы сможете предопределить свое будущее и будущее своей семьи и своих близких. Убедитесь сами, какие колоссальные перспективы открывает для нас компания Greenleaf. Цель компании – открыть в каждом городе России свой экомаркет, в котором обычный человек сможет приобрести продукты класса премиум по доступной цене. Для достижения этой цели компании нужны два ресурса – деньги на строительство и открытие экомаркетов и люди, которые будут покупать товары в этих экомаркетах. Конечно, для того, чтобы этот проект был рентабельным, необходимо, чтобы как можно больше людей узнали об этом проекте и познакомились с продукцией компании Greenleaf. Самый быстрый способ донести информацию до широкого круга людей – это сетевой маркетинг. Именно поэтому в маркетинге компании Greenleaf присутствует модель MLM-бизнеса. Ни для кого не секрет, что многие люди не любят сетевой маркетинг именно за то, что новичку очень сложно быстро выйти на приличный доход. У многих просто не хватает терпения, деньги нужны здесь и сейчас. Поэтому многие бросают сетевой бизнес, по сути, так и не начав его. Да, это так, но только не в компании Greenleaf. Уникальный маркетинг-план компании Greenleaf разрабатывался 5 лет. Специалистами компании были изучены все виды маркетингов разных сетевых компаний. Все лучшее легло в основу маркетинг-плана компании Greenleaf, в котором прекрасно сочетаются степ-бинар для скорости и возможности ежедневных выплат по трем первым видам дохода и линейный маркетинг-план для начисления процентов по остальным 5 видам дохода. Таким образом, в компании Greenleaf даже новичок может выйти на доход от 300 до 1000 долларов сразу после заключения контракта с компанией и вывести заработанные деньги на карту без открытия ИП. Как это происходит, смотрите в следующем видео.